Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить. Эти строки, написанные Федором Ивановичем Тютчевым в 1866 году, до сих пор актуальны. Новая выставка в Литературном музее «Дом Языковых» знакомит с творчеством выдающегося русского поэта, лирика, поэта-мыслителя, философа, дипломата. Ее предоставил Брянский государственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник Тютчева «Овсту». А выставка называется «Как сердцу высказать себя». И она повествует не только о биографии, о творческом пути Федора Ивановича Тютчева, но и представляет их в контексте исторического, политического, культурного развития России XIX столетия. Интересна она и тем, что буквально в текущем году исполняется 220 лет со дня рождения этого гения русской литературы. Овстук из-за рождения поэтического таланта Западной Европы и более чем 20-летняя дипломатическая служба. Калейдоскоп встреч и впечатлений и неразрывность связи с Россией. Все это способствовало формированию уникального поэтического наследия Тютчева. Прослеживаются и тесные связи Федора Ивановича с нашим краем через его уроженцев. То, например, особые такие дружеские связи связывали Федора Ивановича Тютчева с Дмитрием Петровичем Ознобишиным. Конечно, здесь и учеба в Московском университете или Московском благородном пансионе при университете, затем литературные кружки, одним из лидеров которых был Семен Егорович Раич. Во многом он был воспитателем и литературным наставником и того, и другого. Кроме того, известно, что Николай Языков дружил с двоюродным братом поэта Андреем Николаевичем Тютчевым и даже написал посвященное ему стихотворение «На смерть А.Н. Тютчева». А Петр Михайлович Языков, хозяин дома на Спасской, был женат на Елизавете Петровне Ивашевой, которая приходила с троюродной сестрой Тютчеву. Вера Александровна Ивашева, мать Елизаветы Петровны и жена Федора Никифоровича Ивашева, владельца Ундер, была урожденной графиней Толстой. Она приходила с двоюродной сестрой другой графини Толстой Екатерине Львовне в браке Тютчевой, матери Федора Ивановича Тютчева. Ирина Антонова, Марат Мегдиев, Улправда ТВ.